Новый мост появится в Омске через 10 лет, но его возведение планируют уже сейчас. В мэрии прошли публичные слушания, посвященные изменениям в планировке Советского округа. Так, чтобы построить новую переправу через реку Иртыш, снесут несколько частных домов в районе улицы Доковская. А между корпусами медицинской академии и политеха планируют построить межвузовский центр, в котором будут сосредоточены научные и технические ресурсы нескольких высших учебных заведений, а также кампус для студентов. Ранее на этом участке, который находится в аренде у предпринимателя, планировалось строительство торгового центра.